Перед отправкой оборудования наш инженер проверяет лично работоспособность аппарата. Жамбулат, скажите, пожалуйста, какие изменения произошли в нашем аппарате Трон Кегеля ЕМС-03? Так, ну, первым делом изменения в самом аппарате. Здесь включили дополнительную функцию. Вентиляторы включаются именно при работе. То есть в режиме ожидания аппарат бесшумно работает. И второе изменение, здесь изменили подачу именно магнитных импульсов. То есть ранее в первых образцах импульсы распылялись и задевали ягодичные мышцы. А в данном аппарате уменьшили диаметр диска, и импульсы именно действуют на органы малого таза. Это будет эффективней? Да, в этом и суть процедуры, данной процедуры. Это более эффективно, и то есть энергия не распыляется, а действует прямо туда, куда нужно. В чем отличие нашего аппарата именно в системе охлаждения? В системе охлаждения самое большое отличие то, что здесь стоит, используем дистиллированную воду для охлаждения. Здесь стоит насос, который охлаждает сам аппарат в течение всей процедуры. То есть здесь двойное охлаждение, вентиляционное, да, здесь и воздушное? Воздушное охлаждение и водяное охлаждение. А в других аппаратах только воздушное? Нет, ну в других аппаратах, да, только воздушное охлаждение, и там дополнительно не идет, насосы не стоят, и водяное охлаждение не установлено. Влияет ли это на срок эксплуатации? Ну, конечно, это влияет на срок эксплуатации, и на саму работу аппарата это влияет. Как вам ощущения? Ощущения хорошие.